какие-то вот гипсовые работы. Я с такой техникой не работаю. Интересно было попробовать самому с одной стороны. Человек, который камикадзе. Я когда узнал, где он творит, это совершенно поменяло восприятие некоторых работ. Надо ходить, смотреть и приходить одному. С какой-то работой можно целый день провести. Все остальное, оно так идет. Дело в том, что выставку я еще посмотреть не успела. Я только вот в начале пути, потому что очень много приятных лиц. Они немножечко отвлекают меня. Вот, но с другой стороны, я зашла и сразу почувствовала здесь какой-то подвох во всем этом. И долго не могла понять, с чем это связано, по какому принципу все устроено. Я чувствую, что на каком-то ажиотаже Юля Соловьева там на каком-то вообще. Потом увидела вот еще многих знакомых, кого давно не видела. И, в общем, я хожу и всех спрашиваю, а как это устроено и, в общем, что. Поэтому сейчас буду смотреть особым таким чувством. В общем, очень, очень рада, что такие замечательные существуют в наше время сподвижники, ценители искусства. И к тому же вот не сидят, как эти скупые рыцари, там, перебирая картины дома или любуясь, а показывают все нам. На самом деле, я удивлена. Удивлена Сергею, который является, так сказать, инициатором этой выставки и владельцем вот этих картин. Это удивительно. Это удивительно. Причем разные стили, разные направления. Я не специалист в живописи, но я вижу, что это настолько разные представлены направления, что мне кажется, это говорит о человеке, о самом Сергее. Потому что почему он выбирает именно эти картины, вот этим я сейчас ответом на этот вопрос, я сейчас займусь. Буду подробнее смотреть на них именно с точки зрения коллекционера, вот именно Сергея, который это все сотворил. В Новгороде это, мне кажется, очень важная такая акция. Народу много, мне это очень приятно. Мне Новгороду понравилось. Практически все Игоря Майорова. Олины работы 18-го года, Георгий Скутобор, очень хорош. И работы Минска питерского художника. Вот это, наверное, то, что больше всего понравилось. Спасибо. Я просто скажу, что вот я посмотрела, некоторые работы прямо озадачивали, а здесь я пришла и глотнула воздуха. Воздух, это в этой работе есть воздух, есть состояние природы. И пойду вот наполненная вот этим воздухом, так бы я сказала, этой работой. Это каждая картина вообще душевная. Это же Сережа выбирал, прочувствовал каждую. Здесь не случайных работ. Удалось поучаствовать в развеске, собственно, вот и вся моя заслуга. Здесь очень хорошая атмосфера. Реально, здесь просто... Я, кстати, бывала здесь на выставках, но такой хорошей атмосферы – это редкость, я считаю. Вот, поэтому это, наверное, ну, я думаю, что это все делается с очень чистым сердцем. В этом есть большая искренность, любовь, внимание к художникам. Просто так такая атмосфера не складывается. Поэтому я это ощущаю так. Я обязательно приведу сейчас, скажу своим ребятам. Даже сейчас хотела позвонить, но у них занятия идут. Сейчас, да. Ну, я обязательно... Мы уезжаем, ну, вот буквально во вторник, но мы успеем. Сережа меня просто поразил. Я не знала, что у него столько картин. Я узнала картин, вот там есть в конце зала. Мне здесь очень приятно находиться. И я вообще это самое рада, что у меня в коллективе было столько талантливых, прекрасных людей. Я, во-первых, поражена такой большой коллекцией. Так не бывает, где вы это все храните, мне интересно знать. На самом деле, конечно, очень двойственное впечатление, потому что многое, что просто не мое, да, то есть не мое вкус. И на самом деле, там, где разные жанры, это очень сложно
выбрать именно то, что вот тебе зайдет, да. Я уже, наверное, раз пять пробежалась, вот. И я остановилась, как бы мне очень понравилось, как бы работа я даже начала. Тем более я их вижу все, ну, в первый раз. Побольше бы нам таких коллекционеров очень хочется смотреть. И тем более здесь я вижу очень много работы на краске художников. И интересно смотреть как бы их историю, да. То есть я вот это все делала еще последние работы, не видела работы 10 лет назад. Мне интересно было, какой это